Мы видим, что создана политическая система, способная эффективно работать в условиях мирового экономического кризиса, которая способна противостоять последствиям кризиса. Несмотря на осложнившуюся обстановку в мире, развитие российской политической системы не останавливается. Безусловно, дальнейшие действия необходимы, и они будут последовательными. Уже не только обозначены, но и реализуются два новых важнейших направления развития законодательства. Антикоррупционное законодательство о судебной системе.